Ну а сейчас наши региональные цифры. Итак, сегодня по состоянию на 6:30 утра на электронное предварительное голосование зарегистрировалось 65 319 человек. Проголосовало 36 550 земляков с активной жизненной позицией. Напомню, осуществить свой выбор электронно можно 28 и 29 мая. А в последний день голосования, в воскресенье, у тюменцев появится возможность отдать свой голос очно. На территории региона откроются помещения счетных комиссий, которые будут работать с 8 утра до 8 вечера. Адрес своего участка можно найти на сайте. Ну, еще раз его повторю. pg.er.ru. Для этого на главной странице необходимо выбрать свой регион, город и указать адрес регистрации.